Друзья, до закрытия лотереи Green Card DV2024 остается 2 неполных дня. Подать заявку можно только до 8 ноября 2022 года, до 12 часов дня по восточному времени, Eastern Standard Time, то есть это нью-йоркское время еще называют. Результаты будут объявлены 6 мая 2023 года, то есть через 6 месяцев. Если вы пока не заполнили анкету, то время еще есть, но и спешить, сломя голову, не стоит, это может привести к ошибкам. Так вот, что не нужно делать? Первое. Не нужно выбирать фото по принципу «лишь бы было». Фото – это тот пункт, где ни в коем случае нельзя сделать ошибки. Вот ссылка на видео, как работает алгоритм отсева анкет. Одна из основных причин проигрыша лотереи – это неточность в предоставлении необходимой информации. И особенно изображений, поскольку фото должно быть не старше 6 месяцев, то есть оно должно быть недавним, новым. А также фото должно быть без всяких ретуширований, без всяких редактирований, изменений в графических редакторах. Ссылка в верхнем правом углу экрана о том, как самим сделать фото и как его проверить. И также, как сделать фото с помощью приложения в телефоне. Ссылка вверху вашего экрана в правом углу. Второе, что не нужно делать. Не нужно обманывать и фальсифицировать факты. В анкете на грин-карту обман грозит отклонением даже в случае победы в лотерее. Многие заявки отклоняются, поскольку информация не соответствует действительности. Так многие спрашивали, можно ли указывать законченное среднее школьное образование, если на момент подачи анкеты его еще нет, а на момент розыгрыша, то уже будет диплом о законченном школьном образовании. Так вот, не нужно обманывать заявки, поскольку информация, предоставленная вами как в заявке, так и на собеседовании, будет проверяться. Вы будете показывать подтверждающие документы. И ссылка, как заполнять анкету Green Card, как заполнить анкету на Green Card в верхнем правом углу вашего экрана. Там все написано и расписано по пунктам. Далее, неправильно написанное семейное положение может лишить вас грин-карты. Например, подача заявления на иммиграцию в паре, если вы не женаты на момент розыгрыша, но планируете вступить в брак до объявления результата лотереи. То же самое касается указания неверного количества детей на одного больше. К примеру, если заявитель беременна и ждет пополнения семьи до того, как будут объявлены результаты лотереи. В заявке нужно указать фактическое положение дел без ваших прогнозов на будущее. То есть конкретно, что вы имеете на данный момент, на момент заполнения заявки. Также не нужно забывать про детей. Необходимо указать данные и предоставить фотографии всех ваших детей, даже если они были от предыдущего брака, и эмигрировать с вами они не планируют. Все равно нужно показывать и фотографии показывать также. Фотографии должны быть не старее 6 месяцев. Еще такой пункт, как регистрация проходит по стране рождения. Одна из самых частых ошибок – это регистрация по стране проживания, а не рождения. То есть убедитесь, что в заявке вы указали именно страну рождения. То есть если вы родились в Киргизии и являетесь гражданином Узбекистана, то вы играете от Киргизии, подаете заявку от Киргизии. Для тех, кто подал документы раньше других, преимущества нет. Все заявки, поданные за указанный период, будут участвовать в розыгрыше в равных пропорциях. Получив свой номер, подтверждающий принятие формы, вы не можете повторить попытку или подать заявку в том же году. То есть вот такая вот будет у вас подтверждение, вот DV Submission Confirmation Success, что вы подали заявление. Так вот,
повторить такое в этом году у вас не получится. То есть если увидят, что у вас две анкеты на одного человека с одинаковым именем, запрос автоматически удаляется. Форма заявки включает данные мужа или жены и детей в возрасте до 21 года. И жена имеет право подать еще одну заявку с теми же данными от семьи, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Также дети в возрасте от 18 до 21 года могут подать заявку от себя самостоятельно. Ссылка, как заполнить анкету на грин-карту для семьи из трех человек, в верхнем правом углу экрана. Также многие спрашивают про фотографии. Можно ли те же фотографии использовать в пакете мужа и жены? Ответ – да. Да, можно использовать те же фотографии для одной семьи. Отдельно для мужа и отдельно для жены. Также не каждый, кто выигрывает в лотерею, получает визу. Сначала нужно успешно пройти собеседование, на которое вы должны прибыть с полным пакетом, набором документов, о которых я вам расскажу в следующем видео, о всех документах, которые вам необходимо будет с собой иметь. Все документы, которые оформлены не на английском языке, должны сопровождаться сертифицированным переводом. Ни нотариального заверения, ни апостиля не требуется. Еще один факт. Департамент иммиграции не ведет переписку с победителями лотереи. Это ваша задача узнать и проверить, выиграли вы или нет. Никто вас не уведомлять о выигрыше не будет. И письма писать тоже не будет. Особенно бумажные. Так вот, желаю вам выиграть грин-карту и узнать об этом 6 мая 2023 года. Удачи и всего хорошего. Продолжение следует.